Первой ласточкой, предвестницей весны, стал фестиваль детского музыкального творчества, состоявшийся в Свердловске. Он посвящен 60-летию образования СССР и 60-летию Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Для ребят из Грузии и с Украины неожиданным был зимний снег, еще не сошедший с уральской земли, непривычен холод. Но они и их сверстники из Москвы и Ленинграда, из Перми, словно многоголосая птичья стая, принесли в город веселый шум, улыбки. Встречать гостей так от души. Четыре дня продолжался фестиваль в Свердловске. На концертах побывали около 30 тысяч зрителей. В программе праздника приняли участие такие замечательные коллективы, как хоры мальчиков Московского и Ленинградского хоровых училищ, фольклорные коллективы «Цискари» и «Мартве» из Тбилиси, хоровая капелла мальчиков и юношей «Звоночек» Киевского дворца пионеров, Пермское государственное хореографическое училище, капелла мальчиков и ансамбль танца «Улыбка» Свердловской детской филармонии. Ты садура, море, вообще не в адвентура, да!